Десятки тысяч человек откликнулись на призыв Рената Усатова к протестам в центре Кишинева. Усатый обратился в понедельник к жителям Рыжкан во время концерта по случаю храмового праздника города. Люди встретили приглашение присоединиться к протестам бурными овациями. Для тех, кто не смотрел сегодня еще новости, потому что сегодня праздник, я сегодня выходил с пресс-конференции. Вы знаете, мы пытаемся сделать все возможное и невозможное для того, чтобы исправить ситуацию, а кто-то над нами издевается. Поэтому я хочу официально вам сообщить сегодня, для тех, кто не вел телевизор, что следующее воскресенье, 27 сентября, я переезжаю жить на площадь перед парламентом в палатке. Буду жить там, пока мы не прогоним этих негодяев. Все, кто хочет присоединиться, пожалуйста. Там будут стоять 200-300 палаток, питание. Приходите, будем разговаривать, будем дружить. С праздником, дорогие друзья!